Здорово, дорогие друзья! Сегодня днем занимался своим обычным привычным делом, сидя в машине, искал заказы, попутно сочинял лирику. О, в мини-юбочке своей переходишь ты дорогу, но посмотри направо, я ж там сижу, рукой тебе махаю, в машине модной, но идешь ты прямо, смотришь и тупишь, меня не замечая. Ну и хрен с тобой, там еще 10 мини-юбочниц таких же. Вдруг неожиданно вспыхнул мобильный телефон. Алло, алло, это курьер ЕМС, почта. Везу вам посылочку, буду у вас минут через 15-20. Готовы принять? Конечно, готов, вези, родной, все. Все дела на второй план, какая нахрен работа, посылка едет, человека заставляет ждать, ядрен, да и самому интересно, я ж сам курьер, я его понимаю, да, сейчас отложи, так он же потом пропадет и вообще не довезет. В общем, друзья, 20 минут прошедшие, получаю я вот эту вот коробоньку, друзья. Эта коробонька перелетела через океан. Она прилетела ко мне из Америки, Бруклин, США. Уважаемый зритель Дик Анус прислал посылочку, пишет месяц назад. Лю, хочу тебе отправить посылочку от души, от сердца. Пожалуйста. Месяц, и вот она у меня. Первую голову хотелось бы обратить внимание на скотч. Посмотрите, какой, друзья, благородный цвет. Благороднейший, да? Это вам не желтенький ядреный Тикспресс Али. Тут посмотрите, сразу видно, что посылка модная. Думаю, блин, не дай бог сейчас, там, пока она шла, да, что-нибудь там вскроют, там, стырят что-нибудь. Но нет, все нормально, Слухи ходят, да? Я, конечно, слава богу, не попадался на такое, чтобы у меня что-то воровали там где-то. Но слухи ходят. Вот, видите, именная написано. Леха Хомяков. Тут адрес был. Я его аннулировал, а то девки потом будут ко мне разные бегать. Зачем тут надо на мой лик? У нас тут и так гармония. Имеется ножик. Самолетом пахнет. Так, друзья, на Дик Ануса я оставлю ссылочку в описании. Инстаграм у него есть. Инстаграм. Кто в Инстаграм любитель, проходите по ссылочке. У него там всякие штучки разные, няшки, вкусняшки и американские. Посмотрите, кому интересно, пожалуйста. Барсик тоже интересуется, да. Смотрите, друзья, как упаковано от души, от сердца. Все прочно. Что американские, да, что наши вот эти вот. Можно хлопать. Кто-то нервы успокаивает. Пузырчатая пленка, предохраняет, чтобы там ничего не сломалось, не испортилось. Как предохранитель идет. Молодец, Дик Анус. Упаковал прямо от души, от сердца. Кувалдой не пробьешь. Ох, ядреный, сколько тут всего. Ну что? Друзья, начинаем обзор посылки из Америки, в которой я, наверное, не буду никогда. А может и буду, кто его знает. Итак, тут мы видим контейнер, и в контейнере куча всего. Раз контейнер, два контейнер, три контейнер. Как Толян буду целый год пилить ролики. 4 контейнера. Ой, сколько всего. Ядрическая сила. Вы посмотрите, друзья. Ну, сейчас мы будем все потихонечку. Ролик длинный. Смотрите. Бруклином пахнет. Ядрёнки прям. Ох, ё. Ой, ё. Сколько всего-то тут, а? Дядя Миша, смотрите, к сожалению, дядя Миша на даче у нас. Смотрите, сколько пузырчатой пленки, чтобы ничего не испортило. А это Барсику, коробка с Алисой, они любят. Лазь, ну что, давайте первую голову посмотрим, что там дядя Миша. Нет, давайте лучше сделаем так. Я сниму отдельно ролик с дядей Мишей, я приеду на дачу, когда... И ему это не раскрывая вручу. Ну, а то как-то, конечно, некультурно. И там он сам уже посмотрит. Так, а я буду свои сейчас няшки смотреть и вам показывать. Ну, Дик Анус, это
Просто такое добро, спасибо, брат. Даже вот эти вот контейнеры, вы посмотрите, посмотрите, какие они модные. Это можно туда бутерброды, гамбургеры туда складывать и кушать их на работе, например. Так, ну что ж, друзья. Это у нас сначала какие-то идут специи. Специи. Первую голову. Судя по вот этому огонечку, они, наверное, очень острые. Придают остроты. Вот тут ножка нарисована. Так, ну тут, в принципе, все написано по-английски. Вот, ну, вроде бы и так понятно. Вот, потому что есть всякие рисуночки, как, ну, подавать с ними мясо. Тут вот на решеточке тоже грилевая специёночка есть. Такая специёночка. Я сделаю видео, этот рецепт со специей какой-нибудь. Вот куронька тут, пожалуйста. Вот такие специи. Специи все одной фирмы. Гриль Матис. Гриль Матис. Видите, вот. Гриль Матис. Грилевые специи. А, это надо на гриле. Все, понятно, на гриле. Но у меня и гриль, плита, гриль, там решеточка есть. Вот такие специи. Так, следующим номером идет. Это колонка, друзья. Dual Motion. Короче, двойной звук, что ли. Или... Стерео, стерео. На эту колонку мы тоже сделаем отдельный обзор. Сейчас у нас обзор по ссылке, а потом уже будем потихонечку все обзирать. Вот эту мы колоночку сделаем обзор. Это Bluetooth колонка. Контейнерочек туда сразу заложу. Так, следующий контейнерок. Так. Аутентичен первому. Так, тут нарисованы киски. Тут нарисованы киски. Это что-то для кисок. И мне еще Диконос, уважаемый, писал то, что говорит, для кисок, говорит, няшки я, говорит, положил. Так, а вот что это такое? Премиум крейт, какая-то травка. Как им давать ее? Ну ладно, это ничего. Почитаем. Вот так, такая вот для кисок. Так, это у нас... Так. Это какая-то губка, да, наверное? А, это фибра со стола вытирать, фибра. Модные тряпочки. Их тут поскольку две штуки, может, подарю одну Натахе с 84. Только пока не знаю, подарю еще. Может, самому надо тоже. А ударенные вообще не дарят мне, но может и презентует. Модная фибра чувствуется прям. Так. Следующая вот эта такая тряпочка для мытья посуды. Видите, тут ну, нарисованы руки девичьи, и они моют тарелку. Вроде девичьи, да, потому что с когтями и... Ой, с ногтями! С ногтями и с лаком. Покрашены лаком. Значит, это, наверное, девичьи. Вот такая вот тряпочка для мытья посуды. Так, опачки. Прикольно. Hot Wheels, друзья, настоящий американский... Какая забава, вот эти вот машинки Hot Wheels, прикольные модельки. Поставлю на самое видное место. Вот такая вот есть у нас, вот такая и вот такая вот Hot Wheels. Спасибо. Настоящие американские модельки Hot Wheels. А, еще третья, вау, смотрите, какая прикольная. Сколько всего, это просто... Друзья, смотрите, вот это вот, кстати, это вот супер тема. Это похоже, то, что, ну, поскольку тут гамбургер нарисован, да, похоже то, что это пресс для бургеров. Бургеров, пресс для гамбургера. Вот это вот тема очень хорошая. То есть сюда вот кладешь фарш, надав произвел, и на решеточку ее будем, значит, как-нибудь делать домашний бургер. Обязательно будет видеорецепт. Такая вот вилонька. Такая вилонька тоже в хозяйстве пригодится. По любе пригодится. Следующий контейнерок. Сколько добра, это просто, я не знаю. Пахнет-то духами. Так.
Botman Black. Это что, такие духи? Филипп Киркоров, нюхали, как пахнет? Вот эти даже лучше пахнет. Хороший запах, очень хороший. И прям не просто не верится, просто не верится. Смотрите, какая штука. Так. Так. Тут должны быть батарейки. Ну вот смотрите, в общем. Ой. Тут нарисована девчушка. У нее на шее висит вот эта штука. Так. Ну, тут, наверное, нету просто батареек. Да? Ага, тут надо две батареечки. И это вентилятор какой-то. Видимо, ароматизированный, что ли, получается. А может, и просто вентилятор. Просто вентилятор, короче. Так. Хотя я сейчас я батареечки найду. Интересно вставить сразу. Посмотрим. Короче, смотрите, какая фишка. Он сюда воздух забирает, а вот отсюда, вот из этого сопла, вот оно сопло, он его отдает. И то есть я надеваю его на шею, и мне проветривает табло. Вух, класс вообще. Офигенно, да. Вот эта штука. Блин, я вот это буду с собой на работу брать по-любому. Спасибо, деканус, спасибо. Вот это вообще тема радужная. Так, друзья, что это такое у нас? Дринк. Это похоже на термос. Барсик, что это такое? Ты не знаешь? Похоже на термос. Так. Блин, не сломать бы руки-то крюки. А тут еще, смотрите. Так. Так, ну это да, это термос. Это термос. Прикольно, блин, я всегда такой термосок. У меня была мысля купить термосок, чтобы возить с собой кофеек. Потому что на всяких заправках, блин, ну это разорение кофеечки покупать. И вот такая вот еще темочка тут у нас. Брыгань, ты че, куда ты полез? Ты видишь, тут обзор идет. Вот такая вот темочка. Смотрите. Складная походная вилочка и складная походная ложечка. Это тоже вообще респектаризационное уважение. Но это чтобы пахло от меня всегда хорошо, чтоб не потничком. Вот за это тоже респектаризационное уважение. Потеем как невыносимо, ядрёно. Как невыносимо. Четвертый контейнерок. Жилет лучше для мужчины. Нет, смотрите, в магните у вас такой продается. И в Америке тоже такой же продается. Солидарируемся в товарах. Четвертый контейнерочек, друзья. Ох, тут. Вот это киском, смотрите, киском мышки. Барся, смотри, какие тебе мышки. Иди, мышки, смотри, сколько тебе. Помните. Заинтересовался. Никого наш уважаемый зритель вообще не обделил. Просто спасибо. И дядя Миша что-то презентовал. Смотрите, сколько добра, друзья. Это настоящие американские. Настоящие. Little Tress. Это ароматизаторы в машину. Черный блэк. Вот так сейчас особо не пронюхаешь, но я уверен, что пахнут они просто офигенно. Шишечки лесные и вот такой вот блю. Так, контейнерочки. Контейнер. Нет, это не баночки для анализов. Сейчас скажешь, баночки для анализов. Это вот хранить там всякие. Хотите варенье там, соус какой-нибудь. Это контейнерочки для хранения всякого разного. Всякой разной соусации, короче. Так, вот такая вот губочка, друзья. Вот так. А, даже не одна. Тут их даже три губочки.
Но это отмывать всякие сковородки, вот плиту мне надо отмывать, все это у меня все в жиру, все это засохло, не знаю, чем отскрести. А тут посмотрите, какая структура. Думаю, что ей отскребется 100%. И вот такие вот тоже кубочки тут присутствуют. Вот такие вот. Да. Вот, к сожалению, да, сегодня не, мы не с дядей Мишей. Он вчера-то приезжал, но сегодня опять уже уехал. Ну что ж, контейнеры у нас закончились. И теперь вот такая вот сумочка. Так. Открываем. А в сумочке той мы видим еще вот такой вот контейнерок. Друзья, для ланча, ланч с собой. Сюда салат, сюда там, ну, котлеточку с макаронами, да, сюда салат, сюда соус какой-то. Вот для ланча. Ну, просто, уважаемый Деканус, он просто спровоцировал меня теперь на то, чтобы я носил с собой на работу обеды. За это спасибо, респектаризационное уважение. А то фастфуды и шаурмы ими, конечно, сыт-то будешь, но желудочно-кишечный тракт страдает. Это все химия и непонятно, из чего и сделано, да, а то и тухлятизация. Я готовлю, я вот с вечера заложил, в холодильник положил, с утречка взял с собой и попер на работу, днем пообедал. Спасибо, брат, спасибо. Такие какие-то тоже для кисок. Смотрите, тут на проволоке что-то. А, ну я не буду сейчас пока распечатывать, а то сейчас еще потеряется. Но смысл понятен. Вот есть рисунок, да? Короче, на проволочке, вот видите, вот нарисована рука такая. На проволочке я буду так трынь-трынь-трынь-трынь, а Барсик с Алисой будут прыгать. Они вон сейчас в мышек пока пусть поиграют пока. Так. Так. Просто что-то тут еще. А, я понял, что это такое-то. Я понял, что это такое-то и контейнер-то, почему там ядреный. Друзья, это сумка термо. Это термосумка. Вот сейчас. Вот там он, видите? Но она даже тяжеленькая, увесистая такая. Это сумка типа как, ну, термохолодильник, да? То есть ты положил сюда вот, ну, с вечера, да, там макарончики, котлеточку, бах, в эту сумку. Эту сумку саму можно вообще в морозильник класть, да, получается, или в холодильник, наверное, в холодильник. Или, может быть, ее в морозильник, а это в холодильник, а на утреннюю ее из морозильника достал, сюда положил и закрыл. И оно, короче, там сохраняет лед и держит твою пищу в холоде, понятно? То есть я вот в морозильник положил, заморозил, она заморозилась. Я достал из морозильника, а она пока отморозится, так это 2 дня пройдет. Короче, термохолодильник, сумка, классная вещь, классная штука, кстати. Как интересно, что там внутри. Сделано интересно. Masus.com. Теплых носочков на крайний случай, друзья. Adidas, ядреныч. Вот, смотрите, какие красивые носочки. Очень красивые. Это Adidas, ядреныч. Вот. Можно прям без кроссовок даже в них ходить. Так. И тут их столько, вообще обалдеть, много. Это еще один комплект идет. Это мне теперь, о, я не знаю, до самой пенсии, до 65 лет хватит. И смотрите, тут разные, разнополярные. Хочешь беленькие, хочешь такие. Вообще, сколько добра, прям у меня тут сейчас слезы. Вот такая губочка. Сейчас я как раз пойду помоюсь сейчас пойду вот этой губочкой. Такая нежная, мягкая она. Так. О, вот эта тема. Борися, иди сюда. Иди, буду тебе чесать. Иди. Ну, тут нарисована собачка, правда. Ну, и что, и Барсика тоже можно чесать. И Ллойду обязательно я буду этой расческой чесать. Обязательно. У нее шерсть лезет постоянно. Следующий пакетик. Ну, что, ну, вот такая футболочка.
Очень легкая, эластичная. Так, давайте я сейчас замерю. Замерю сейчас. Хороший, хороший материал. И тут еще две штуки. Тут еще две штуки. Тоже аутентичный материал. Нью-Йорк. Написано Нью-Йорк. Ну что ж, надо ее тоже одеть, посмотреть. Сюда прикрепить голду на шейную, бейсболочку и Gangster Paradise. Вот эта футболочка немножечко мне велика. Немножечко. Но я думаю, то, что наш уважаемый зритель Диконус, он не обидится, потому что я знаю, кому эта футболочка будет впору. Правильно, дяде Мише подарим. От души и от сердца. Мне немножко великовато. Мне нужно еще немножечко подрасти под нее. Вот. А дядя Миша уже скомплектовался под такую футболочку. Поэтому с легкой руки подарю дяде Мише. Я думаю, Диконус не обидится. А может быть, это он для него и положил, а я сразу на себя напялил. И третья есть футболочка у нас. Такая вот интересная расцветочка. Вот эта футболочка тоже немножко меня парашютит. Но очень уж цвет интересный. Смотрится красиво. Смотрится красиво. И материал прям такой нежный-нежный. Прям почтенный. Очень почтенный. Ну что, друзья, вроде бы все мы обозрели. Посмотрите, сколько добра. Одно добро. Будет обзор и на колоночку, вот на эту, и дяде Мише мы, конечно, вручим презентик. Так что, друзья, на этом еще мы с посылкой не заканчиваем этим роликом. Спасибо большое от души, у меня прям радость переполняет все мои чакры, от души, от сердца. Спасибо. Будет обзор, конечно, еще на колоночку, дяде Мише тоже презентик вручим. Вот, друзья, Диконус, еще раз прошу перейти по ссылочке на его инстаграм, подпишитесь, пожалуйста, давайте поддержим. Такой добрый парень, спасибо ему, спасибо от души, от сердца. Все понравилось, какие носочки, ты, сколько, ну, надо теперь свои все дырявые повыкидывать, теперь буду в модных ходить. Ну и вот это вот, конечно, это ну, просто такой шедевр, это я не знаю, надо же тут... Блин, это так классно. Вот я даже сейчас вот сел, да, вот я сейчас вот я сел, я включил. Все, я чувствую себя шикарно и комфортно. Еще вот эту колоночку, радио, вот так вот. Все, сиди, балди. И тут еще поставил 0.5 формат там светленького. Да, и вообще шикарно. Вообще шикарно. Друзья, подписывайтесь на наш канал, устанавливайте лайчонка, посещайте стримчонки. Увидимся. Пока-пока.